Здравствуйте. Основы реляционных баз данных SQL. Лекция номер 6. Язык запросов SQL. Введение. Выборка с использованием фразы query. SQL – это структурированный язык запросов к реляционным базам данных. Декларативный язык, основанный на операциях реляционной алгебры. Стандарты SQL, определенные Американским национальным институтом стандартов SQL-1, первый вариант стандарта, SQL-2, SQL-92, основной расширенный стандарт, SQL-3, SQL-1999, SQL-2003, относится к объектно-реляционной модели данных под множество языка SQL, DDL, команды создания, изменения, удаления объектов базы данных, DML, команды добавления, модификации, удаления данных, а также команда извлечения данных, select. DCL, команды управления данными, установка, снятие ограничений целостности, входит под множество DDL, команды DDL, create, создание объекта, alter, изменение структуры объекта, drop, удаление объекта, общий вид синтаксиса команд DDL, создание таблицы, типы данных, символные типы, char, длина, строка фиксированной длины, длина по умолчанию 1, максимальная длина 2000, строка дописывается до указанной длины пробелами, var, char2, длина, строка переменной длины, числовой тип, number, точность, масштаб, используется для представления чисел с заданной точностью, dat, date, дата и время с точностью до секунды. Это пример базы данных, проектная организация. Создание таблиц базы данных, проектная организация. Таблицы отделы, таблицы сотрудники, создание таблиц базы данных проектной организации, таблица проекты, таблица участия в проектах, под множество команд DDL, DML, insert, update, delete, добавление данных, изменение данных, удаление данных. Делит удаление строки из таблицы. Примеры. Замечание. Отменить удаление данных можно командой rollback. Логические операторы. Для формирования условий используются следующие логические операторы. AND – логическое произведение и, OR – логическая сумма или, NOT – отрицание, не. Операция и, операция или и операция не. Отрицание. Выбор данных из таблицы по условию. Выбор данных из таблицы по условию. Задание. Три задания. Предикаты формирования условия. Предикат вхождения в список значений. Предикаты формирования условия. Использование предикатов. Первое, второе и третье задание. Спасибо за внимание.